Буанос диас, камрад. Мы снова Владимир Виноградов. Здравствуйте, братцы. Давай, спрашивай. Дядя Вов, да? Мы с вами поговорили о том, как вы были в армии, как вы поступили учиться, о том, как вы попали на войну, о том, как вы пришли с войны и что у вас после нее было. Но вот что... и про ЖКХ даже немножко поговорили. По крайней мере, про то, как вы долги убивали. Что было после армии? Вот вы пришли после армии, куда вы пошли? Как вы себя нашли? Чем занимались? И так нет, далее. Да никто не искал. После армии пришел молодой, глупый, бестолковый, весь в амбиции. Да? Я не про армию, после войны. Вот когда после Чечни. После войны? Нет, после Чечни еще приехал. А мне получилось, я приехал с первой командировки. Так, с первой командировки я приехал в мае, то есть в мае-июне погулял, в июле, у нас начальник захватил, чтобы ему дом построили, мы ему с двумя товарищами построили дом. В общем, он жил в дому, а мы вокруг дома еще дом построили, и получился целый дом. Отремонтировали, как это сейчас говорят, не построили дом, отремонтировали. Ну, может быть, да. Не, ну, попросил, а был, у меня отпуск был же. Там же приезжаешь 2 месяца отпуска. И вот как раз в этот отпуск, он говорит, поможешь, помог. Потом, значит, собирался у нас в очередной, значит, раз отряд, это временный отдел, вот Шелковского как раз, вторая командировка была. Он говорит, поехали. Ну, ты там уже был, ты все-таки там более-менее ориентируешься. Ну, поехали. Вот съездил. С той командировки приехали. На Новый год мы приехали 31 числа. Ну, опять там отпуск. Нас съездили, значит, куда мы? Ну, на халяву. Там же реабилитация была в Египет. Значит, мы съездили тут с Татьяной Федоровной. Вот. Не успел я выйти на работе. Да, на работе я еще не был, но мне лишили всего. И премии, и проценты надбавки, все. То есть получил оклад меньше прапорщика. Ну, так у нас начальник решил меня повоспитывать, да? Ну, думаю, а что там воспитываться-то? А это был март месяц. То есть я пришел зарплату получать, а мне зарплату не дают. Мне даже денежное содержание не дают. Ну, так начальник решил меня воспитать. Да, замначальник, естественно, против ничего не изменил. Там же, ну, что милиция, что армия, там же все же безмолвные, бесхребетные, сказать ничего не можешь, да. Ну, мне что-то так не понравилось. То есть, мне пришлось ехать в УВД. Ну, к начальнику УВД, слава богу, меня там адъютант не пустил, но там пришел начальник тыла, в общем, все разобрались, он заму там дал распоряжение, чтобы выдали зарплату. То есть, я им объясняю, что, братцы, а за что меня лишили-то? Ну, так, значит, Борис Петрович так захватил. То есть начальник милиции решил меня там что-то повоспитывать, блядь. Так я говорю, ну, хоть напишите взыскание какое-нибудь, за что? То есть я еще на работу-то не ходил, да? Ну, это хер бы себе, это дело старое уже. Он же на пенсии, блядь, и хуй на него 100 лет. Вот. Ну, в апреле собирался, я же тебе рассказал. В апреле, значит, то есть поехал что-то я по служебным делам. Вышел уже на работу, поехал что-то в Владимир, увидел, там, ну, сейчас он командир ОМОНа, а в то время был там командир взвода, что ли. Ну, встретились с парнем, в Грозном с ним виделись там, в этом, и в Шелковской вместе были. Он говорит, поехали в командировку в апреле, это уже 2002 год. Я говорю, поедем. Ну, и так получилось, что, я уже рассказывал несколько раз, что так получилось, что... Если бы успел начальник УВД подписать, то никто уже не имеет права тебя там оттуда забрать с этого списка. Да? И обычно это он говорил, наш начальник УВД, все, я говорю, ну, раз ты его говоришь, что не надо, чтобы он ехал, тогда ты поезжай. Ну, какой полковник поедет, блин, сам там в командировку там, в Чечню, да? Вот. Ну, в общем, он прознал, один нехороший полковник ему там пролепетал. Ну, в общем... А из чего, Сырбов, почему такие палки в колеса? Ну, я же не жополист. У меня же не было... У нас же ездили полковники, то есть ездили подполковники в командировку, у него прям на тумбочке лежал план командировки, значит. Первое – совершить подвиг. Блядь, пиздец, представляешь? Совершить подвиг, получить награду за подвиг Орден Мужества. Думаю, нихуя себе, блядь, тут живым бы приехать, блядь, тут совершить подвиг, да? Вот. Потом, после, значит, командировки едем, так сказать, провериться по больницам, да. Я не буду фамилию называть, все его знают, и того, и другого все знают, кто с нами был в командировке. То есть начальник вот говорит, например, своему заму,
замначальник, я тоже замначальник милиции, но только я маленький с другой когорты был, да? Вот он мне говорит, он говорит, что-то у меня голова болит. Он к нему поворачивается и говорит, то где там... То есть, подерзберись. Что у меня голова болит? Он говорит, она не может у тебя болеть-то. Это начальник подчинен, говорит. Она не может у тебя болеть. Он говорит, почему? Он говорит, там нет нихуя ничего, даже опилок нету. И тот хихихаха. Но он тоже дослужился до полковника. То есть там представление, герой, там хули 8 раз Басаева там брал в плен. Ну, хуй бы с ними, да? Ну, то есть, друзей, это у меня там из нашего руководства не было никогда. Все, кто был друзьями для нашего начальника, они все ушли на пенсию полковниками, уважаемые сейчас ходят что-то, блядь, такие прям, блядь, на День Победы нарядятся, блядь, так тачку возят сбоку, хули, медаль некуда ложить, блядь, там, за взять Порт Артура, блядь, за сдачу, блядь, то есть за сдачу Порт Артура, за сдачу Шипки, ну вот. Ну и все, и планерка, и мне такой пизды, блядь, при всех там вставляют, да? Я говорю, пошел ты нахуй. И писал рапорт, уволился, и все. Вот. Потом перевелся в этот, как его, в юстицию в Москву, поездил на Столыпинский вагоне, потом год отработал, работа нравилась, там 7 дней. Что значит Столыпинский вагон? Жуликов, который возится. Вагон Столыпинский, а в нем решеточки. Вот я... Не слышал, я с этой... Надо прокатиться. Слишком мало. Не, ну это бесплатный вагон, тебя увезут в Иркуту, в Екатеринбург, куда хочешь, да, но бесплатно. Правда, кушать не дают, потому что тебе на время, пока тебя везут, молодец, пока тебя везут, ты свое должен кушать. В общем, ну как, ну Жуликов, вагон ЗАГ тогда хорошо, типа. Я понял, вообще его зовут Столыпинский вагон. В Кинешму я народ тоже возил иногда. Вот, но я еще раз говорю, всегда говорил, что везде есть люди. И на войне есть люди, и жулики есть люди, ну, везде есть люди. Вот я говорю. Причем не зависит от национальности. Ну и в один прекрасный караул, так сказать, ехали мы, по-моему, с Кати, с Екатеринбурга, и в Казани этап принимаем, блядь, идет, так сказать, ну не лепший друг, но мой очень хороший знакомый там, с которым мы в Карелии вместе работали, да? Я чуть не хуел, ты представляешь? У чувака там выслуги, блядь, 30 календарей, а там льготных-то чуть не 40 лет, блядь, ну, посадили. И что-то меня так это подломило, я приехал домой, это было, сейчас тебе скажу, это был 2003 год, лето где-то, наверное, июль, да. Ну, почти год я уже там отработал в юстиции. И что-то меня так подломило, я прихожу с командировки, как раз приехал домой, я смотрю, много пропущу, я говорю, Танечка, блядь, что-то не хочу в этой конторе. Но, то есть, условия работы были обалденные. То есть, 7 дней у тебя рабочие, 7 суток, там, 23 дня выходных. Неплохо. Да, зарплата, причем, ну, такая, ну, московская зарплата хорошая была. Вот. С начальником мы дело нормально жили. Начальник управления тоже хорошо ко мне относился. Такой у нас дядька был. Вот. Ну, и все, просто... Говорю, я там не хочу больше работать. Ну, как-то свои сажают своих, блядь. Ну, что-то вот меня подломило это дело. И тут как раз вот позвонил мне как раз это, значит, так сказать, бывший сослуживец. Вот, Валерка говорит, Бобка, пойдем ко мне в зам. Туся, отстань. Пойдем ко мне в зама. Ну, все же это, думают, что кто-то кого-то выбирает. Ну, честно, может быть, ну, сильно сомневаюсь, да? То есть в небольших случаях выбирают. Ну, вот Владимирская область, так сказать, Владимирский, Хабаровский край, Приморский край, кто еще? Хакасия там показали, что еще кого-то у нас выбирают. Может быть. Сейчас, тем более, осенью выборы, там, 8 сентября, что ли, будут, да, выборы? Мне знакомый рассказывал, как там получилось с Владимирской областью, с губернатором. Там просто настолько неправильно поступали представители известной партии, что это просто чудо, что они выбрали. Нет, ну выбирают. То есть у нас же выбрали, да, там, опять же, в Хакасии выбрали, там, в Хабаровске, не суть. Ну вот, значит, он говорит, пойдем ко мне. Я говорю, а что делать-то? Я же, ну, блядь, не политик, не херитик, ничего. Он говорит, ну, что там всегда все же делал? Вода дрова помоя. Ну, тылом заниматься. Мы же первым зам по ЖКХ, типа того, что. Ну, давай. Ну вот и все, и то есть, грубо говоря, ну вот сегодня я уволился, а завтра я пришел на работу там в администрацию Лакинскую, и все. Ну и поработал сколько там я?
Да, 2 года поработал, потом у нас там власть сменилась, другого мы назначили. Там почему и как, это другой вопрос. Вот, и при другом мэре поработал, что-то мне так это не понравилось, что мне, блядь, как тебе сказать, с деньгами херово, да, ну, городишко маленький, дотационный, а все телевизор смотрят, всем хотят жить хорошо и сразу. Вот. Как в Америке. Да, 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 наверное, так, да, и, ну, вот я и напросился, говорю, в директор ЖКХ, потому что там директора ЖКХ были советские такие, они хорошие мужики были, то есть они не за булдыги, ничего, ну, они нормальные мужики, но они, как тебе сказать, они, да, не советские, неправильно сказал, они фабричные. Ну, фабрика – градообразующее предприятие. Представь, там где-то порядка 6, если там населенный пункт, там, ну, пусть 18-19, ну, пусть там 19 тысяч, да, там, например, Лакинка была при фабрике. Ну, считай, в фабрике работало 6 тысяч. Это, то есть каждый третий житель уже работал на фабрике. Да, каждый третий житель – это школьник или пенсионер. Ну, ты понял, да, да. Вот, то есть, ну, все, все кипело, все бурлело. Вот. И, естественно, фабрика, ну, я не знаю, вы тогда не застал те времена, когда по 3 копейки был свет. Ну, я застал, когда на 10 рублей можно было купить мороженого столько, что, ну, можно было просто умереть. Нет, на 10, нет, я-то помню те времена, когда на 10 рублей это жили неделю, семья жила неделю, понимаешь? Ты про мороженое? Я после первого раза, когда ко мне попали деньги, я в аэропорту, ну, в советское время же ничего нельзя было, все были бедные, нищие, поэтому на самолете я летал каждые там полгода. И вот как раз... Ну, как бедные, нищие, ты говоришь, у меня мама с папой в Сочи летали, и что-то папа говорит, там... Вот не я про то и говорю, да. Что я маленьким шкетом на самолете летал постоянно. Каждые полгода я летал на самолете. У меня папа у друга проколол колесо, он взял запаску, сел в самолет, долетел в Москву, поменяли запаску. Да? И я в аэропорту нашел 10 рублей. Я потом понял, насколько меня обманул старший брат, ну, у меня двоюродный брат был. Пойдем мороженое на имя. Я говорю, а сколько я могу купить мороженое? Говорит, много. Я много мороженого, конечно, купил, но вот значит, я не увидел. Нет, ну, а я помню те времена, когда на 10, сейчас тебе скажу, у нас называлось это на фабрике заработка, это вот, ну, как сверхурочные работы. То есть, например, ты отработал, там, 5 дней отработал, один день отгулял выходной, и потом ты решил заработать себе, обычно это перед праздником каким-то, это, ну, называлось заработка. И ходили, работали, смену отработаешь, и тебе прямо в конце смены 10 рублей давали. Представляешь? 10 рублей. На 10 рублей семья могла жить неделю. Ты представляешь? То есть кушать все хорошо было. Ну вот, значит, и все, значит, другой мэр пришел. И, я про директоров. И они привыкли, что если что-то сломалось, просто пришел на слад. Сколько тебе задвижек надо? 10, 20, 30. Все ругают плановую экономику-то. Но задвижек было на 5 лет вперед лежало. Естественно, там гвоздей было. Сейчас я расскажу. Я уже был, значит, когда я стал директором ЖКХ, МУП ЖКХ, потом, значит, все это дело преобразовали в горводоканал. Только у меня на складе, это представляешь, какой 90, сейчас скажу, погоди. То есть я уходил из ЖКХ, меня уходили, так сказать, не перезаключили контракт, вот этот добрый дяденька, которого самого под жопу ебнули. Вот. В 2012 году я уходил с ЖКХ, у меня еще на складе были тонны 800 гвоздей советских, то есть с фабрики, они плавно перекочевали из ЖКХ фабрики, то есть раньше ведь город обслуживало ЖКХ-то фабричное, то есть если все жилье фабрик, потому что, ну, скажем так, в Лакинке-то поменьше, но вот в Собинке, наверное, полгорода построила фабрика. Ну, естественно, там эти швейные фабрики что-то строила, там СМУ всякие себе там строили, все остальное. Вот. И то есть у них понятие было, ну, а как, сейчас сходим на слад возьмем. А хуя к нас стали те времена, да, когда пришел на слад, а там хуя. Ну, просто капитализм. Ты платишь, тебе дадут. Денег нет. Ну, как у меня любимый поговорка. Деньги есть, Иван Иванович, денег нет, кусай, блядь. Да, ну и все. Вот, и у них мышление такое было, что им дадут, блядь, им город должен дать там, например, ну, может, времена такие нехорошие были, ну, черт тебя знает. И вот я напросился, я говорю, слушай-ка, там, в голове такой, отпусти меня в директора ЖКХ, я там налажу. Он говорит, ты что, дурак, что ли, блядь, ты сидишь здесь там за 50 рублей, хлопаешь глазами, блядь, делаешь умное лицо, вот, надумаешь, вступишь в партию «Единой России», это был 2003 год, 2005 год.
И у тебя все пойдет, расти будет. Я говорю, блядь, я не хочу в партию Единой России, блядь, я вообще, ну, как-то вот, ну, там же вообще никого не было. Ну, брали всех подряд, скажем так. Ну, они, сейчас я не знаю, всех подряд берут, наверное, тоже ничего же не меняется. Вот. И он, значит, говорит, нахуй тебе это надо-то, блядь. Ну ты че, блядь, че у тебя там рост, хуёст, ну там сейчас ты зам, потом я куда-нибудь на повышение, ты на мое место. Я говорю, да я не хочу, мне это как-то не нравится в то время еще, да, это было. Я говорю, может мне в директор ЖКХ, потому что меня дерут за это ЖКХ, блядь, через день, блядь. А там еще сделали, они, ну, мода какая-то, но я понимаю, почему мода, потому что... Ну, ЖКХ – это, скажем так, обслуживающий человека контора. То есть у человека есть физиологические потребности – покакать, потикать, ничего не сделаешь. Как меня батя Царство Небесное говорил, срать и родить нельзя, погодить. Да? То есть это, ты можешь чихнуть, а можешь не чихнуть. А вот уж потикать, покакать ты или можешь, или ты это делаешь непроизвольно. Да. Вот, сам под себя. Ну, вот. И все, я говорю, пусти. Ну, ты не пожалеешь. Я говорю, да что пожалеть-то? Меня, говорю, там с губернии звонят через день на ремень, блядь. Ну, Владимир Александрович, наладь все. Я говорю, давай вообще, ну, справлюсь. Ну, а что бы нет-то? И вот потихонечку, помаленечку, замечательный у меня был ЖК. Ну, сначала был не замечательный, да, 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 потом стал замечательный. Правда. Мне интересно, ваша реакция, когда вы узнаете, что у вас есть начальник лесопилки, а лесопилки. Не, ну это уже мой, да, это... Вот мне интересно реакция ваша. Не, вот эта реакция — это не самая главная реакция. Когда у меня есть начальник лесопилки, начальник строительного отдела, да, начальник электроотдела, блядь, я охуел, честное слово. Это не самое смешное. Я охуел, когда я 10 числа увидел коридор в здании ЖКХ, блядь, полный народу. Вот, представляешь, не пройти, блядь. Я еще там спрашиваю, так сказать, доверенных, так сказать, своих лиц, и говорю, блядь, откуда столько людей, что они тут нахуй делают-то? Они говорят, ты что, Александр, что они 10-й, получка. Я говорю, блядь, а это кто, блядь? Я их не видел никогда, блядь. Ты что, это вот на пилораме там числится, блядь, это в строительном? Я говорю, так у нас, блядь, пилорам-то нету. Ну как нету, блядь? Начальник пилорамы есть? Я говорю, ну так она сгорела 2 года назад, блядь. Ну так начальник, ты говоришь, есть. Естественно, пилорамщик есть, нахуй. Естественно, там заточник есть, блядь, пил, блядь. Какие пилы, пилорама, блядь, нихуя нету. Да, ну, я смеюсь. Да, мастер строительного отдела, блядь. А это кто? А это штукатура, это маляры. А что они делают? А вот сейчас весна будет, а они пойдут к нему грядки копать. Я говорю, как-то, блядь, ну как-то грядки пойдут копать штукатуры. А хули им делать-то? Мы же нихуя не штукатурим, ничего. И он, у него как там эти, как, ну не рабы, скажем так, ну, блядь, в подчинении. Или он табели не закроет. Думаю, нихуя себе жара. Да. Потом, значит, мусорки, блядь, было. А нет, когда я уже пришел, сейчас еще расскажу. Значит, когда я пришел, пока я тут переходил, мусорки отдали частнику. И они ушли вместе с мусорками. Так там народ-то было. Значит, а они брали только в себя 7,5 контейнеров. 7,5 кубов. Ну, это получалось там 8 контейнеров. Ни о чем. Одну площадку. А у нас еще было 400 с чем-то. 400, я когда уже ходил, 420 контейнеров было. То есть, ну, пиздец, да? Ой, так было, значит... 4, по-моему, их машины-то, или 6. 4 говноперки было, говно возили. Да. Значит, 6 водителей, значит, 6 штурманов, от которых лопаты подгребали. Естественно, там 4 водителя на говноперках, 4 штурмана. Ну, короче, пиздец. Вот народищу смерть, блядь. Ну и как сейчас модно называется, давай-ка сделаем с чего начал? В общем, не хватает бензина, блядь, нам выехать не на что туда-сюда. Блядь, утром выезжал из ЖКХ машин, ты не представляешь, блядь. Ехал, да, у нас был целый автобус КАВЗ с мотором, значит, как у 53-го газончика, да, с расходом 35-40 литров на 100 километров. Оказывается, он нас каждое утро... собирал рабочих полакеньки, на работу привозил и вечером развозился с работы. И был в подчинении у главного бухгалтера. Целый автобус, блядь. То есть на автобусе ездил главный бухгалтер. Я говорю, вы что, пизданули, что ли, совсем? Ну, это уж слишком круто, да? Ну, как же так всю жизнь было, да? То есть главный бухгалтер покупал туалетную бумагу домой, блядь, себе за счет предприятия и средств предприятия. Я говорю, вы что, пизданули, что ли, совсем? Лампочки там, блядь, в люстры, блядь.
Малооценка, хули нет. Сейчас, я говорю, как это так? Так она сейчас взяла и сразу списала. Ебать, так мы, блядь, всю лагерь не сможем содержать, да. Ну и начали потихоньку, помаленьку. Значит, отчасти-то раз, ну, ему там херово, они еще разделили, тебе говорю, то есть сбор денег был у нас такой РКЦ, расчетно-кассовый центр. То есть было одно ЖКХ. Все придумали, блядь, сказали, да нахуй оно одно-то. Давайте мы еще сделаем ЖКХ, который будет собирать деньги. Да? И они его разделили, чик. Значит, ЖКХ, а на ЖКХ, но оставшиеся, повесили все, и тепло, и воду, и канализацию, и жилой фонд, блядь. Представляешь? А отдельный ЖКХ сделал, который просто деньги собирает. Ну, вот как сейчас сделали, значит, отдельную управляющую компанию, которая нихуя не делает, но деньги получает. Да. Вот, то есть, платежку ты посмотришь, ебать, капитальный ремонт, блядь, текущий ремонт, я текущее содержание, хуй поймешь, какой. Места общего пользования, думаешь, пиздец. То есть ты должен утром выйти, блядь, на балкон, блядь, и там, блядь, как жуки должны все ходить, да? Хуй в руль, нет нихуя никого. Вот, вот у меня напротив, прямо вот из дома, из балкона смотришь, управляющая компания, которая нас же теоретически обслуживает, блядь, да? Ой, блядь, это пиздец. Я сейчас скажу забавную вещь. Я, значит, беру общедомовая платежка. То есть там есть вот то, что в моей квартире я должен, а есть общедомовое. А как же? Места общего пользования, блядь. Да я там не хожу, не ебет плати, блядь. Все правильно там, понятно. Свет домовой, понятно. Mm-hmm. Мусор там, понятно. Там. Все. Вода. Нет, погоди, вода. Послушай, вода, газ, блядь, свет. Общедомовой. Нет, нихуя. У тебя еще дома счетчик стоит? А если вообще. Так знаешь, за кого ты платишь? Ты платишь за того, кто не платит. А где кран в подъезде? Блять, умный человек. Не, где кран в подъезде? Это умные. Нет, как-то нихуя. Это умные люди придумали-то. Я его в подвале нашел кран. Нет, это умные люди придумали. Вот я тебе сейчас расскажу. У нас вот такая же. Вот у нас до сих пор такая же. У нас еще. Вот я в Соминке, значит, семья живет, ну, я там периодически езжу, живу, да. Ну, почему? Потому что, ну, мне здесь нравится, да. Вот. Но тем не менее. А у нас еще хитрее поступили в Собинке-то. У нас вот есть горводоканал, да, то есть оно естественно. То есть если тот, кто подает воду, тот ее должен принять сточную. То есть горводоканал, водоканал, вода, канализация. В Собинке, блядь, ну, Собинка, она мне нравится очень. Она вообще прогрессивный город, да. И Собинка сделала, ну, а как сделала? Ну, просто мэр, у нее был друган. Блядь, другана, условно говоря, значит, с водоканала куда-то его надо пристроить, блядь. Сделали, блядь, отдельную воду, отдельную канализацию. Вот. Смотри, так суть-то в чем? Вот раньше в ЖКХ, значит, был один директор. То есть вот на город был МУП ЖКХ города Лакинска. Или там. МУП ЖКХ город Сопинки. Да до пизды, как да. Да. Да, там две буквы, там муниципальные, многотраслевое, многотраслевое, вот типа ММ, УП. Или МУП, да пизды как надо. То есть аббревиатуру похуй, смысл понять. И кто-то умный человек придумал все по отдельно. Это раньше было, ну, в Советском Союзе было просто там ЖКХ и пиздец, да? Оно, значит, ну, понятно, что все отдельно платили за свет, в горсеть там платили 4 копейки за киловатт, да? Ну, и в одном месте платили за воду, там, а, ну, в горгаз, может, еще платили, да, да, горгаз был у нас, горсвет, горэлектросеть, да, нет, у нас горэлектросеть, ну, это называлось. Не суть важно. То есть за свет, за газ платили отдельно, а все остальное все платили в ЖКХ. Вместе. Ну, кто-то умный придумал, сказал, ёпта мать, ну, как это, блядь, да? Нет, и дальше смотрим. Значит, то есть, получался, один директор, он же отвечал за тепло, за воду, за канализацию и жилой фонд, да? То есть, один человек, один, у него один главный бухгалтер, один главный инженер. Потом кто-то умный придумал, да нахуй, братцы, вы что, пизданулись? Давайте сделаем теплосети, да? Так, опять же, есть у нас теплосети, это которые продают, а есть, которые еще и производят. Так? Потом сделаем, значит, ну пусть вот, везде, кроме Собинки еще, ну, Собинки, естественно, впереди планеты всей. Почему? Потому что, ну, ну, хороший город Собинка, прогрессивный. У нас вообще сделали еще мудрее. У нас взяли и воду с канализацией разделили. Но зато все друзья предели, блядь. Понимаешь, в чем дело-то? Вот. Я пришел. Значит, ну, естественно, про этих, значит, маляров, штукатуров и пилорамщиков разобрались, значит, убрали. Значит, наступило утро, по-моему, какой-то там 1 декабря. И частник, который возил мусор, сказал: ребята, привет, мне РКЦ ничего не платит.
отдельно придуманная с воздуха контора, которая просто собирает деньги, часть денег оставляет себе на зарплату, на налоги, и по усмотрению директора РГЦ она может дать водоканалу, то есть не водоканал, а кому, ЖКХ, значит, за ее какие-то услуги. Ну, короче, условно, 1 декабря, наверное, 1 декабря это было, или 1 февраля, по-моему, ну, в общем, первое число какого-то месяца, зима была, наверное, всегда, все-таки февраля. И раз, и мусорки не выехали убирать мусор. Ты представляешь, день не убирают, два не убирают. Бокул бачков, пиздец, контейнерные площадки. На третий день уже к ним просто не подойти. Просто люди кидают. То есть, они брат в бачок убирают. Вот. Ну, мэр, правда, у нас молодец был. Он сказал, давай на ЖКХ возьмем в лизинг мусоровоз. Вот это было просто, как-то все это быстро, ну, как-то он разрулил-то. В общем, через два дня, нет, через день у нас уже мусоровоз был новый. КамАЗик, блядь, причем с прессовкой, с коэффициентом прессовки мусора 2,5. Вот, 17-кубовый у нее кузов был, или 2,5 все-таки, или 2,7. Ну, короче, 50 кубов прессованного мусора он вез. Так? Все замечательно. Когда мусорки уходили к частнику, туда и водители вместе с штурманами ушли. 1 числа они все ушли, и мусор некому убирать. И вот приезжает, значит, ко мне новый, мы ездили, получали новый КамАЗ, а работать на нем некому. Ну, я выхожу, значит, в гаражу подхожу и говорю, братцы, кто будет работать на новом КамАЗе, на мусоровозе? Да. Ну, там все в голос. Ну, хуй там, пришел какой-то, блядь, пацан, блядь, сопливый. Ну, типа, не пошел бы ты нахуй? Сколько ты там зарплату будешь платить? Тогда еще мы подумаем, блядь, будем мы на нем работать или нет. Может, характер такой, я не знаю, да? Может, воспитали так. Я сказал, хуй с вами, братцы, не хватите, как хотите, я сам буду ездить. Я сказал, директор, Я взял книжку, сел в кабину, вот не поверишь, сел в кабину, открыл книжку. А было, пригнали его, значит, часа в 4, пока тут ее заправляли, пока хуяли, время уже 5:30. А мусор уже не убирает 3-4 дня, город пиздец, трубки там, ну, значит, мэр за свои деньги нанимает левого, блядь, какого-то там сворши, блядь, поймал мусорщика, он тут основные такие 2-3 помойки убрал там за 1000 рублей. Ну, в те времена еще это деньги были. Ну, да, запал был 6,5, там 5. Слушай дальше. Ох, извиняюсь. Сегодня просто стал рано. Вот. Я почитал инструкцию. Но все-таки в институте учился, да? На машинах ездил, мне все-таки рядом с самолетами в армии стоял. Ну, блядь, что там? Ну, 4 рычага, поворот лево, поворот вправо, там, блядь. Ну, там стрела же вот так крутила. Ну, короче, 6:30 я... А, и я, значит, говорю, не ходите убирать? Я говорю, значит, сегодня вечером будет субботник. Вот клянусь. Все сказали, а что будем делать? Лопатами убирать? Я говорю, я буду подъезжать, а вы будете, значит, закидывать. Потому что к бачкам-то не подойдешь. Ну, где-то нашли более-менее такой, ну, не сильно загаженную. То есть, один бачок просто перевернули. И я с этим бачком просто ездил. Подъезжаю к мусорке, меня накидывают. Мы убрали... В общем, весь центр мы убрали до 12 часов ночи. Да, ну все, убрали, все хорошо, значит, на свалку я два раза съездил, там, то есть 100 кубов прессовано вывез, блядь. Ага, и, значит, чего? И утром, значит, утро приходит, опять говорю, братцы, ну кто будет ездить на этом новом КамАЗе? Мне говорят, да не пошел бы ты нахуй. Думаю, хуй с вами, золотые рыбки. Я стал, только единственным, штурман у меня был, менялся каждый день. Я ровно месяц отъездил на этом мусорке. Будучи, то есть утром я расписываю документики, ну там куда эти платежки, хуёшки, кому-то, ну, в общем, ну как директор работает. То есть час утра я работал директором, это до 9, в 9 часов я садился в КамАЗ, и до 9 вечера каждый божий день я ездил на этом КамАЗе. 30 дней я был красавец-мужчина, когда приступал к должности директора ЖКХ, мне было 126 килограмм, представляешь, какой был мужчина. Да. Потом ровно через 30 дней во мне стало 95. То есть я всего похудел на 30 с небольшим килограммом. Ровно за месяц. Ну, потом, значит, все-таки с мужиками договорились про зарплату, про график работы. Потом мы, значит,
буквально там через месяц еще один КАМАЗ взяли в лизинг, в общем, все, все. Потом я, значит, взял в КАМАЗ, вот, дальше новшества пошли. То есть я старался уменьшить затраты на содержание, так сказать, и работников, и самого ЖКХ. Понимаешь? То есть, а деньги, оставшиеся, значит, с экономии, значит, вкладывал в предприятие. В развитие. В развитие предприятия, правильно ты говоришь. Я купил, значит, девчонки у меня молодцы, умницы в этом, на водочистке, значит, работали. Нашли, значит, канал не промывочную машину. Как же, мой Крот ее звали. Короче, аналог, например, немецкий, что-то за 120 тысяч. Вообще, штука такая, мотоблок. К мотоблоку такие штанги приделятся. Mm-hmm. И до 400 миллиметров трубу она просто просверливает насквозь. Похуй, там хоть кирпичи, хоть бетоном залито. Правда, правда, правда. Обалденная штука. Стоимость всего 30 тысяч. Блять, она нас так выручила, это ужас, я говорю. Потом всем понравилось, значит, стали нанимать, она еще деньги стала зарабатывать. Понимаешь, в чем дело-то? То есть, у меня ведь цель-то была как раз это... скажем так, не обогатиться, ну, как основная масса директоров. То есть пришел, блядь, и давай греть. Где вы что-нибудь? Да, нахуя. Ну, если я говорю, что зарплата нормальная, этот, как его, машина служебная есть, правда, еще в то время не было. Ну, короче, слушай дальше. Все у нас пошло-поехало потихонечку. У нас была беда, значит, поселки района ПМК. Почему? Потому что, ну, в советские времена каждое предприятие застроило себе свой дом, нахуй, это вся канализация, блядь, организована, и у каждого двух-трехэтажного дома, двухподъездного, там, трехподъездного, делали выгребную яму кубов на 60, блядь, да и лейте, там, хуй на вас, блядь, 100 лет. Естественно, в организации есть трактор Т-150, есть немецкая бочка 10-кубовая, вот он берет и нахуй льет это все в карьеры, и похуй все, блядь. Какая там нахуй колония, какой там Ростехнадзор, там не было нихуя никого, блядь, да. Ну, блядь, стол накрыли, посидели, попиздили. В общем, все было заебись, когда был Советский Союз. Советский Союз кончился, а ведь говно-то надо качать. А говно не заканчивается. Да, ты вот сейчас мыл, тебе что сказал, ты, дружище, ты как-то моешь-то по-городскому. Открынкал и хуячишь, а ведь у меня 8-кубовая там емкость, она быстренько наполнится, если вот так-то. У меня тоже приезжает моя дочь из города, хуяк. А, алло, чё, охрана полный хуеть. Чего там? Хо-хо-хо, ёбаный, мультик, ёбаный. Сейчас переключу. Я говорю, нихуя не переключу. Сначала закрыла воду, а потом пойдешь переключать. Почему? Потому что это моя проблема, ты понимаешь, в чем дело? Вот, а там была проблема... Тут говно-то вывозить вам. А как же? А там проблема у жителей была. То есть там брали по общегородскому тарифу. Грубо говоря, ну пусть там 15 рублей с куба. Так? Ну, пусть даже у тебя счетчиков вообще не было. То есть брали по норме, блядь. Еще счетчиков на воду не было. Это, сейчас я скажу, 2005 год. Не было нихуя никаких счетчиков. И в 2006, по-моему, еще не было. И брали по норме 150 литров на человека. Если 4 человека живет, 600 литров. То есть больше полкуба в день. Умножь на 30. Пиздец. 15 кубов получается, чуть ли не 20, нахуй. А платишь-то по общегородскому тарифу. А у них еще беда была, блядь, внутри домовые сети текли, то есть канализация, блядь, текла. У нас как ведь? Нахуй тут что-то чистить? Пук, ревизию вышибает в подъезде, ну, на первом, в подвале, нахуй. И она все хуячит в подвал, блядь. Нахуй там что-то еще делать? Сосед там тряпку половую кинул, блядь, или тетеньке там принадлежность гигиены захуячит, и все будет здорово. А строилось все в советские времена, дом-то маленько просел, и в некоторых домах выпуски-то стали не от дома, а в дом, блядь. В дом, понятно. Ну, и все, то есть, и у нас такие там миры там дальние были дома, там мир 102, что ли, там ходят. У них говна, причем с кипятком, топление тоже текло. Ну, это, скажем так, ну, от СССР досталось. И строили-то, когда хуй при царе Горохе, блядь, да? Да, да. У них еще и горячая вода хуячила. То есть, у них там не 20 кубов, как должно идти. В общем, они платили больше, чем за топление. И мы что решили, когда купили вот 10-кубовый КАМАЗ? Я говорю, давайте сделаем... Ну, вышел... А я, что, хорошо... Значит, брат даже ко мне зимой приезжал, в ту зиму как раз приезжал в 2005 году. Значит, меня выбрали в 2005 году. Я в 2005 году, или шестом, ну, короче, я в «Единой России» победил. То есть на выборах, значит, не за «Единороссов» проголосовали, а за меня. И я был депутатом городского совета народных депутатов. Вот.
Я, короче, депутатам объяснил, что, говорю, братцы, а давайте сделаем для тех, кто с выгребных ям живет, чтобы они по общегородскому тарифу, во-первых, не как у них там за вывоз, за хуй, там, ну, там пиздец цены были, там, короче, не платили больше, чем за топление. Ну, понятно. Я говорю, давайте сделаем тариф на стоке такой же, как во всем городе. То как же так? В общем, сделал хронометраж рабочее время. Посадил водилу, посадил экономистов КАМАЗ, и они стали возить говно. Ну, не говно, а сточные воды с этих домов. И, короче, получалось, что, значит, до 2 часов дня один КАМАЗ 10-кубовый вывозил там, ну, 120 кубов с этих всех домов. Ну, естественно, что каждый день. Вот. То есть один человек обеспечит целый микрорайон, вывозит канализацию. То есть они даже не замечают. Ну, так сделано с выгребными ямами. Не я это сделал. Потому что сделать централизованную канализацию – такой там геморрой. Там еще болотина, хуетина, все остальное. В общем, мы... И у людей стало... То есть они реально увидели, что ЖКХ может работать, и у людей канализация стала меньше. В разы причем. Натурально тебе говорю, в разы. То есть, например, с 300 рублей с квартиры там на 20, на 30 рублей с квартиры. Понимаешь? Беда, потом опять сейчас скажут, советское наследие, да, ну, советское наследие, ну, просто материалы такие были, то есть строили из труб, а вообще у нас район... Еще многие забывают, что строили, это когда? Это да пиздец! Это строили в 50-х, на 30-40 лет. Да в 60-х даже, лет. Нет, да, дальше тебе расскажу, у нас вот микрорайон, значит, Карла Маркса, по-моему, там, ну, вдоль дороги, вот эти, вдоль трассы, там вообще водопровод сделан в советские времена с асбестовых труб, блядь. Ты представляешь? То есть, нет, вообще нельзя. Не представляю. С асбестовых труб, блядь. Да ищи водопровод-то сделай как? Жители-то все хотели, ну, мы же хотим жить лучше, да? И террасочки выдвинули вперед, блядь, перед домом. То чтобы есть, не террасочку... подкопаться было. Да, террасочку-то поставили прямо на водопроводную трубу, блядь. То есть, она, если она лопнула, ты копать даже не можешь. Потому что, если будешь копать, терраска ёбнется. То есть, ну, я всегда говорю спасибо благодарным жителям города Лакс. Ну, и все мы это дело победили. Понимаешь, в чем дело-то? Все победили. То есть, сели, посчитали. Сел экономист, сел, значит, бухгалтер. Чё? Износ труб на момент, когда вы пришли? Ну, процентов 80. То есть... У меня на балансе, я тебе сейчас расскажу, у меня на балансе, значит, была канализация чугунная, вот ты не поверишь, 1896 года прокладки, блядь. Спрашиваю, где она, блядь? Она же номерная, у тебя на балансе стоит 1896 года. Дореволюционная. Ну, блядь, фабрику построили, потом канализацию. Чугунных труб, блядь, я говорю, покажите мне ее, где она? Не ебет, никто не знает. Но она работает. То есть, вот везде утекает, никуда не. Да, понимаешь, в чем дело? Не-не. И стали вот реально делать оптимизацию. То есть, сели, посчитали. Я говорю, братцы, а почему мы каждый месяц меняем на скважинный насос? Ну, потому что он горит. А почему он горит? А потому что он хуячит в полную нагрузку, вот, например, десятка. То есть, 10 атмосфер он качает целый день. Я говорю, я говорю, сначала, почему рвутся трубы? Потому что насос хуячит целый день. Поэтому он выходит из строя. Говорю, ну, блядь, что-то в мире-то не все же дураки, блядь, да кто-то что-то придумал. Ну, залезли, сейчас как раз уже интернет появился, такой плохой. Ну, оказывается, есть частотный преобразователь. Это маленький компьютер, который управляет станцией, то есть, этой, насосом. Короче, купили на каждую скважину по такому маленькому компьютеру. Во-первых, у меня стало на 40% меньше электроэнергии жрать, а это 400 тысяч в месяц. Экономии каждый месяц. И они у меня стали. А у меня всего было на обслуживание. То есть, на обслуживание 11 скважин. Ты представляешь? Ну, естественно, и шестерки у меня были там, и десятки, ну, всякие давления. И у них объем, значит, они же вот достают. Вот. Поставили все. То есть экономия 400 тысяч каждый месяц на электричестве. И, естественно, каждый месяц не надо менять насос. Потому что перестали рваться трубы, блядь. Ну, первое, перестали рваться трубы. Второе, экономили электричество, да. И третье... Не надо менять насосы сами. Насосы не надо менять. Потому что это раз он останавливается, значит, микрорайон. Ну, там целый шлейф вот за этим всем тянется. Понимаешь, все, раз 400 тысяч стало оставаться, мы стали покупать новые, хорошие, там, ливны, по-моему, ливнинские насосы стали покупать. Они хуйню с переборки, блядь. Так, то есть насосы перестали...
Дальше. Говорю, давайте посчитаем, сколько стоит ремонт одной, ну, пробоины, скажем так, разлива водяного. Посчитали. 40 тысяч рублей. То есть надо перерасчет жителям за отсутствие воды, надо, блядь, аварийной бригаде сверхурочно заплатить, надо все установить, там, блядь, и трубы, хуюбы, и все остальное. В общем, ебли с греблей. Ну, это я так называю, да? Вот. А сколько стоит метр трубы? Блядь, 200 рублей. Напорный, 10-атмосферный, блядь, сотки. Нихуя себе. Так на 40 тысяч, это мы, получается, 200 метров можем купить трубы? Да. А что не покупаем? А хуй его знает. Все, поехал, у нас такое предприятие, сейчас работа не работает, как это, Термопласт, по-моему, называется, в Владимире. Вот она трубы делает. Приехал к директору, попиздили. Я говорю, мне вот надо много. Насколько много? Ну, первый раз, значит, знаешь, еще какая, да, первый раз я на миллион купил и в этот же день заплатил. Он сказал, нихуя себе. У меня еще не было таких ЖКХшников, чтобы, блядь, заказали и сразу заплатили. Вот. Но еще какая беда была, сейчас расскажу. То есть я-то весь в социалистических идеях, блядь, ура, вперед, блядь, да, сейчас «Аврора», блядь, котлы подымем, как ебанем по Клязьме реке, блядь, против течения, блядь, и все у нас будет заебись. Хуя! Трубу-то, блядь, коксом забило, блядь. Объясняю как. Значит, отработали мы, ну, я не помню, там, третьими, четвертыми, вот когда все это стали внедрять, то есть и жители стали лучше платить. У меня платежи населения были до 105%. Сейчас смеются, видишь. Вот мне тоже сказать, так не бывает, бывает, блядь. То есть люди стали платить еще и долги за по кварплате. Понимаешь, то они же видят, что-то делается. Беда в чем? Значит, на третий или на четвертый месяц, сейчас точно не помню, у меня, короче, приходит главный бухгалтер и говорит, Владимир Александрович, у нас 1,5 миллиона чистой прибыли, блядь, в этом месяце. Что делать будем? Думаю, ебаный урод, какие же мы молодцы-то, блядь. Сейчас куплю себе новую, блядь, каналопромывочную машину, блядь, еще, блядь. На следующий месяц будет такой, я еще экскаватор себе новый куплю. Называется, Вова, хуй ты угадал. Звонок друга. Кто звонит? С налоговой. Здравствуйте, Владимир Александрович. Ебаный в башке. Приедь хоть попиздим. Приезжаю. А ты чего не платишь-то ничего, блядь? А что я должен платить-то? А там какой-то налог с прибыли, что ли, какая-то хуйня. В общем, сколько-то процентов. Ну, в общем, с этого 1,5 миллиона, что-то я должен до хуя там денег заплатить. Я начальник спрашиваю, я говорю, за что? За что губим-то? Я-то думал, что и чем больше мы, у нас прибыль будет, тем лучше. Она говорит, ну, лучше. Ну, налог с прибыли ты заплати. Ну, умная женщина, правда, была. Сейчас не знаю кто. Не буду я фамилию называть. Хорошая женщина. И говорит, Владимир Александрович, я понимаю, что ты душой радеешь, блядь. Ну, вот так закон устроен, что чем лучше ты работаешь, тем хуже тебе, блядь. А что сделать-то, блядь? А ты, говорит, больше затраты все поставь. Я говорю, а как это, блядь? Ну, ты вот, ну, ты можешь зарплату увеличить, но вдруг у тебя на следующий месяц прибыль не будет, а меньше ты платить уже не можешь, пизды получишь, да? Я говорю, а что, как же вот, ну, мне же жалко, я заработал 1,5 миллиона, ну, мне хоть сколько-то ставьте, блядь. Она говорит, ну, все равно ты должен, желательно показывать, что ты с прибылью работаешь, но не надо так ее показывать, что 1,5 миллиона сразу-то. Это 2005 год. Она говорит, покупай основные средства, там, технику, насосы, хуёсы, там, блядь, ну, что хочешь, покупай. Я говорю, а так можно? Можно. И, ну, мы, естественно, все приходит с опытом, никто же мне ничего не сказал, всю жизнь ЖКХ-то в минусах работает. Они же только ходят, денег, блядь, ну, дайте денег, надо забрать машину, чтобы вам новую, снег почистить, все остальное. Ну, просто хороший человек объяснил, как надо сделать. Все. Я тебе сейчас расскажу. Я за год купил 12 единиц техники новых. Ну, в лизинг, естественно. И за год расплатился. То есть в течение года я покупал и за год расплатился. Причем эта техника до сих пор еще в Лакинском ЖКХ работает. То есть экскаватор, который я купил, работает, вышка, которую я купил, работает. Ну, там, говновозки тоже работают, там, УАЗик, правда, блядь, отдали. Ну, там, мэра чудили. Ну, не суть. Ну, часть, конечно, подраспиздили. Власть придержащие, да, скажем так. Причем не работники ЖКХ, а власть придержащие. Но не суть. То есть, я просто показал, что, что ЖКХ может работать с прибылью. Прихожу на отчетное собрание перед отопительным сезоном. Ну и читаю там. Значит, по жилому фонду заменено там
10 километров тепловых стояков теплоснабжения там дома, да? Ага, там водопроводных стояков, канализационных стояков. На меня, блядь, все смотрят, ты дурак, мол, нахуй. Вот ты ёбнутый. Нет, может быть, вот сейчас с высоты прожитых дней я так думаю, что, может, и правда я не прав был, надо было пиздить, блядь. Ну, блядь, воспитали так, что не надо было пиздить, да. Вот тут товарищи все это... Один товарищ тут, значит, кстати, в комментариях написал и даже выписку из Сомбинского суда написал, за что меня судили. Не отрицаю. Но судили к штрафу. Объясню. Долго, в принципе, это объясняет. Но, в общем, как? Опять радей за предприятие. То есть, значит, один товарищ... Ну, даже пусть не будем это товарища касаться. Ну, просто если, например, СЭС выявляет какие-то нарушения, да, то выписывается штраф. Там тоже люди работают, причем хорошие люди, нормальные. У нас в Сомбинске вообще все нормальные. Ну, вызывает меня в СЭС там. Ну, по-старому СЭС, сейчас не знаю, как там, Роспотребнадзор, что ли, да. Там вызывают, вот у вас тут выявлены, так сказать, недостаточки, надо штраф выписать. На предприятии мы можем выписать 200 тысяч, а на вас можем... 3 тысячи. Ну, что для предприятия лучше, 3 или 200? Ну, теоретически я бы сказал, да пошли вы нахуй, вот пусть предприятие и платит. Предприятие начудило. Да почему там, например, в Лакинке предприятие чудит? А потому что построили честные сооружения, а когда их проектировали, перед проектированием все, значит, предприятия, которые были в Лакинке, дали, значит, фальсифицированные данные. Ну, условно, там, что фабрика сливала не 400 кубов в сутки, а 40. Ну, понятно. Естественно, их рассчитали вот на такое. Пивзавод показал, что он сливает 50, например. Молокозавод там 40, блядь. И вообще все просто божья роса. Понял, по содержанию, да? Понял. Конечно. А когда честные-то построили, запустили, оказалось, что счетчик, там... а уже да, счетчики, и там охуеть. То есть они построили на 2000 кубов в сутки, а туда льют 6 нахуй. Они не справляются. Естественно, на выходе уже концентрация вредных веществ не та. Кто виноват? Ну, блядь, директор ЖКХ. Понимаешь, что мне? Ну, а как же? Так, а честные у кого? Точнее, стоковые у кого? Вот из ваших стоковых тупо? Вот вы и отличаете. Вот, так я понимаю. Да, то, да, что да. В 200 раз превышает пивзавод и молокозавод в то время. А нет, это не они. Да. То с чьих тупо поступают? Ну, ну, ты понял, да? Да, да. У меня, блядь, один день, значит, после того, как пивзавод Тархун делал, блядь, зеленую воду течет, блядь, другой день, блядь, хуяк, молокозавод стали мыть емкости, блядь. У меня белый вода течет, блядь. Да. Там, а у меня эти микроорганизмы жрали, там говно должны жрать, блядь, потихо. А они же не могут, они же молока не видывали, блядь. Они на говне должны жить-то, блядь. А им молочка, блядь, сыворот, как ебнули, они думают, такие пать после. Так там еще, когда вот чистят молокозавод, пивзавод, там же химикаты очень мощные. Да, а всем похуй. И, да. Нет, самое главное, что все это знают. Вот как раз я рассказывал, помнишь, как это я с молокозавода был? Да. Так он, они еще не платят, потому что крыша-то у них сидит, блядь, на уровне замгубернатора, блядь, он, алло, рядом, блядь. Рядом со Светоликим. Да, да, то понимаешь, в чем дело-то? Вот. И вот, и мне так нравилось, я, в общем, жил на работе, честно слово. То есть мы благоустройством занимались, и озеленением занимались, и, блядь, деревья пили сухие, и все остальное, потому что кран был, и вышка была, и все было. Очень было здорово. Но у власти были товарищи, которым надо было... Мягко говоря, это я очень мягко говоря, пиздить. Пиздили очень просто. Ну, естественно, чтобы, значит, с моим участием не продолжать, я просто пришел и написал заявление в ноябре 2007 года. Сказал, братцы, без меня. Я так чувствую о том, что было после 2007 года. Мы поговорим в следующий раз. Да, я тебе расскажу, нет, в подники, да, и, ну, причем, это, нет, причем там столько денег спиздили, вот за 2 года, пока меня не было, и у меня бумажки до сих пор лежат, и меня даже... Позапрошлый год я на каком-то стриме сказал, что я вам скажу, кто сколько спиздил. Когда и где, и кто бумажки подписывал. Меня хуяк, его бы позывают Сомбинку. Иди-ка сюда, ну-ка расскажи-ка, ты чё, блядь, да, ну-ка расскажи-ка, а кто это там спиздил 150 миллионов, а у меня лежат эти бумажки. Ну, прям... говорю, так это ваша работа. Так, слушай дальше, я говорю, да хуй ты угадал, дружок, блядь, милый, блядь, вот когда вдруг меня вилами-то припрут, блядь, к стене, я все расскажу, блядь, да. Ну, вот тут, значит, на правоохранительные органы типа не реагировали. Я говорю, так у меня есть и бумажки, заявления мои, с входящим и исходящим, блядь. И с подписью, значит, товарищи с правоохранительных органов, что идите нахуй.
Да. И вот встал он от меня, блядь. Я говорю, встань от меня ради Христа. Я к тебе приставал, блядь. Вот если ты ко мне начнешь сильно приставать, я вот это все дело покажу, кому надо. Кому интересно, вернее сказать, да? А спиздили, ёбнешься, сколько денег, вот пока меня не было. И вот я недавно ездил тут в больницу, значит, проверяться, ну, на всякий случай здоровье проверить. И вот видал того мужика, который оставался после меня, в каком он сейчас состоянии здоровья. Не очень хорошем. Я понимаю, что столько он вытерпел, этот мужик, ну, не смог, видимо, отказать. А бумажки-то за подписью-то его лежат. Документ. Нет, бумажка – это когда без подписи, без печати. А вот когда подпись и печать – это документ. Документ. Да. Вот в следующий раз приедешь, я тебе расскажу, сколько, кто, как… Когда и где спиздил. Но спиздили не один бюджет города за 2 года. Не один. Чьи сраники? Вот такой ЖКХ. Лёва, большое спасибо. Зачем я экскаватор, думаешь, купил? Я эту папочку закопал. Причем закапывал пьяненький, чтобы сразу не вспомнить, где. Поэтому, если приедут наши и будут меня пытать, отдай, скажу, братцы. Не да, знаю. Надо сначала скавату сделать, потом грядки скопать. Не, вот такая история, понимаешь, в чем дело? То есть, я не говорю, что я там герой какой-то, все остальное. Ну, я, блядь, за справедливость, блядь. Вот я за справедливость. Вот сейчас, я говорю, я прихожу в свое любимое ЖКХ, который я как ребенка родил, да? И там мне мужики говорят, Александрович, вот до тебя... Вернись, такого... Александрович. Они возьмут. Я тебе сейчас не объясню, почему не возьмут. Они нужны такие. Ну, понятно. Нужны, которые подпишут. Да, и все нормально. Причем глаза закрыл и подписал, да. Зато я сплю спокойно. Правда, правда. Так что до новых встреч. До новых встреч. Я еще вам расскажу, как Кирова убили. В подробностях. Шучу, конечно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Да, естественно, сейчас говна будет там написано, и насрать на них. Я-то знаю, что как все было. И бумажки есть с печатями. Люди срут всегда. Нет. В комментариях-то. Ну, в комментариях вопросов нет. Да. Это опять же боты. Я же тебе говорю, раз, чик, а там нет никого. Один человек. Думаю, он просто сидит, и по пьяни ебнулся башкой в пол, да?